Цитата. «Бюджет на следующий год, куда входят и средства на ремонт дорог, утверждается еще в декабре. В январе доводятся лимиты, и уже в марте-апреле проходит конкурс среди подрядчиков и разработка проектно-сметной документации. Таким образом, рабочие выходят на дороги как раз в июне», — пояснил Куделя. Он также добавил, что по существующим нормативам работы должны проходить в необходимом температурном режиме. В прошлом году с некоторыми подрядными организациями удалось достигнуть соглашения, по которому рабочие начали ремонт в мае и вернулись к нему в сентябре. После летнего перерыва в этом году планируется продолжить такую практику.